Спасибо. Спасибо. Слово, которое мы произносим, но несколько раз в день, так точно. Продавцу за проданный товар, за то, что кто-то открыл нам дверь, ну и за то, что кто-то просто сказал нам «Будь здоров». А слово-то, между тем, целебное. Психологи уверяют, что слова признательности вызывают чувства, сопоставимые с объятиями и поцелуями. Что ж, идемте вызывать положительные эмоции. Сегодня Всемирный день спасибо. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Есть, девчонки, есть кому сказать спасибо? Родителям, которых уже нету, но большое им за нас спасибо. Ну, я хочу сказать спасибо детям, что вспоминают, заботятся. За их любовь тоже спасибо. Спасибо своей любимой жене. Большое тебе спасибо, что ты меня терпишь 45 лет. Отлично, спасибо вам. Вам спасибо. Вы знаете, что сегодня Всемирный день спасибо? Нет. Вот теперь знаете. Спасибо. Спасибо. Друг другу? Да. Спасибо. За что? За шоколадку. Спасибо. За что? За чипсы. А, то есть вы друзья, вы делитесь. Молодцы. Жителям города. А за что? Голоса. За то, что молодцы. За то, что они живут, радуются жизни. Здесь, в городе Якутске, остаются. Не унывают. Хоть мороз. Сыну, дочке, всем внучатам, правнучке. За то, что они у меня все есть. Мама с папой, я вас люблю. Спасибо вам. Маме можно сказать спасибо. Спасибо, мама, за все. Друзьям, коллегам, всем. Всем спасибо. Спасибо я бы хотела сказать всем. И вам, и вам. И вот еще жену мы ждем, тоже ей спасибо. И я хочу поблагодарить своих родителей за жизнь, которую они мне подарили, за этот город. Я сейчас живу в другом городе, но каждый год несколько раз возвращаюсь и люб и мил. Вам спасибо, что вы задали мне этот вопрос, и я еще раз обратилась к... что мне есть за что поблагодарить. А поблагодарить, значит, мне много подарков подарили. Все, мы сделали друг другу день. Обнимемся.